Жест, расскажи всем, что ты знаешь, тварь, дрянь, ублюдок! А нам обоим люди всего городка сказали бы: «Вы знаете, что случилось с вашими детьми, хватит притворяться! Сознайтесь в убийстве, детоубийцы, подонки, подонки, сознайтесь! Сознайтесь, лжецы, дрянь!» Вот что люди бы нам говорили бы. Поэтому мы решили выйти сами и во всем сознаться.